Всем привет, ребят. Ну что, очередной трешечок. У нас добавили на сутки на китайке акцию. Не вот эту. Это не акция, это то, о чем у нас на русском сервере разработчики очень часто забывают. Это включать сундучок с наградами за архидемона вовремя. Там у нас будут скидки. Скидки я вам показывал. Вот такие вот у нас скидочки на этом сервере. Да, здесь нету топовых талантов, топовых рун восьмых, но здесь есть кристаллы, то, чего здесь не хватает, то, чего не хватает на русском сервере. И здесь она уже идет не первый раз, а на русском сервере, к сожалению, как всегда, просто тупо забивают на это. И либо, я не знаю, либо специально делают, чтобы сервер не так быстро развивался. Ну, в общем, такие вот дела, ребят. Ничего с этим не поделаешь. Забираем кристаллики отсюда по чуть-чуть. Конечно, с одной стороны, я вам скажу, возможно, это и не выгодно, но для бездоната здесь можно получить офигеннейшие плюшки. Просто офигеннейшие. Ой, я скидку нажал раньше. Вот, то есть тут добить кристалликов, если тебе они нужны, очень неплохо. Плюс получить коробки на английском сервере, там вообще было... Оно на русском вроде тоже у нас было. Ну, смотрите, одна за 20 вообще невыгодно. Так, рулим скидочку, минус 60%. Ну, так еще более-менее. То есть варианты, конечно, разные есть. Но вот прокачать смотрителей отсюда очень-очень даже можно неплохо. Смотрите, вообще 90% скидка. Ну, за 2, конечно, можно забрать. Но, опять же, с нее ничего не упадет толкового 6 уровня за 20. Ну, кулаки можно забрать за 100 самов. Что нет, значки почета за 30. Ну, вот это называется мега-удача, когда выбиваешь именно 90%. Я уже не один раз выбивал, падает. Все-таки 90% отсюда падает. Поехали дальше. Оп, 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 20%, оп, оп, 10%, 50%, но 50% уже куда ни шло. Ну, кулаки, по сути, можно не брать, поехали дальше. Вам самое важнее кристаллики, 40% скидочка. Вот эту акцию можно было бы с огнекрылом даже сыграть, я уже просто огника собрал. В принципе, неплохой вариант. Зачем я скидку нажал? Не знаю. Уже походу пора идти спать. Мы все играемся. Так, 10% это не дела. 20%. Ну что-то как-то... Ну что такое-то, а? Ну хоть 30, блин. Куркули. Вот поэтому сейчас вот эти монетки в принципе выгодно копить. На русском сервере я показывал, но там кристаллов нет, и я, честно говоря, даже не стал играть. Из-за того, что там нету просто кристаллов. Неинтересно. Хотя у меня и здесь эти кристаллы, ну, я думаю, будут продаваться, придется мне, чтобы тупо держаться, качать смотрителей. Они везде нужны будут и на PvP-локациях. Никуда от этого не денешься. Сейчас мы еще пойдем угольную, пройдем на русском параллельно. Пока она еще есть. Смотрим, сколько мы словим. Так. Ну, интересная акция, хоть какое-то разнообразие, но опять же эти монеты сделали за донат. Блин, сделайте для обычных игроков, чтобы можно было либо хотя бы их получать в еженедельных, копить. Было бы, думаю, интересно для многих. Пишите в комментах, что вы думаете про эту акцию. Многим эта акция нравится за счет того, что здесь можно реально халявные плюшки получить. Но, честно скажу, они не особо такие дешевые некоторые. Но для бездоната есть вещи, которые можно получить, и они неплохо будут помогать в развитии АКа.
Например, вот эмблема там есть пятого даже левела. Ну, стоят они, конечно. Но с них можно получить хорошие эмблемки. Лучше купите самики хотя бы по 5к, имейте на аккаунте. Ла-ла-ла-ла, так. Сейчас посмотрим, сколько мы получили там всего. Так, ну что там, бум. Отлично. В основном, как видите, я кристаллы собирал, как раз 40 штук у нас, и что мы имеем? Ну, вроде так ничего, чуть-чуть. Не знаю, на кого нам там хватит. Посмотрителей. Тут не хватит. Тут тоже не хватит. И тут я тоже думаю, не хватит. Вот так вот. Потратили мы самов, кстати, немало на это все дело. С одной стороны, это даже не очень выгодно, но если вам не хватает, например, я бы на русском играл бы сколько мог, потому что там кристаллы, ну просто у нас нереально получить. Так, окей, поехали на нас на наш нуба русский сервер. Потестируем здесь на угольной армии, пока она еще открыта. Так, счастливое число у нас добавили. Авчики. Так. А что там, зверский хоть смог меня обогнать хоть раз или нет? Или все так же? Жизнь, боль. Сдался, походу. Здесь, видите, мне не хватает. Я бы с радостью здесь поиграл. Ну, у нас камней не добавили в этот раз. Так, собрать. Let's go, имба, плюх. Ничего себе, Фрейя, Ронин. Просто огонь. Так, поехали тестить наш состав опять. Я его, не знаю, вам показывал уже или покажу попозже, или еще разок тестим вот такой вот состав. Условно бездонатный, да, есть 12 скиллы, но у нас тут нету таких имба-героев. Плюс у нас нету здесь ворожея. Бигфута тоже, кстати, у нас нет. У нас воодушевление Манубис, который очень красиво сливается с девятым пактом. Ну, плюс-минус мы 500, там, 80 миллионов набили. Кстати, Анубис с порочным пактом плюс воодушевление. Можно сюда и Афинку поставить. Но тогда у нас не будет зеленого смотрителя. Вот я чисто из-за того, что нету ворожая, собрал с зеленым смотрителем героев. Так, 17-я волна. Отлично. Пока вроде живы, держимся. Весь трешечок начнется дальше. Вот уже Махатму подсливают. Говорю Махатму, подружку, Командору. У нас тут Командору разобрали, как видите. Сейчас все, сейчас с вольтами мы тут, наверное. Хотя нет, смотрите, держимся пока. Ой-ой-ой-ой. Что это было? 676. Вот так вот. Даже таким составом. Офигеть. Посмотрите, мы в топ-11 ворвались. Тут чисто, блин, ну прикольненько. Мне понравилось. Даже ни крыла не брали.
Командора. Ну давайте Командору заменим. Кого возьмем? Бугимена давайте, например, попробуем. Ну хотя Бугимен не настолько бовый будет. Хотя нет, давайте обратно же Командору. Вот да, вот это удивил меня этот состав. Второй, третий раз, это четвертый раз мы проходим. Ну, я вам скажу, неплохо смотрятся они все вместе. Я что-то засмотрелся, не посмотрел. Ну, сердцеедка, конечно, выдала неплохой урон. То есть, по сути, как видите, можно даже там без всяких их некрылов тащить. Прикольненько. Зачетно, зачетно. Да. Единственное, чтобы она все время была заряжена у вас. Потому что вот такие моменты, как сейчас, если к ней подбегут, то ее быстрее сольют, либо она не успеет посливать. Хотя для этого есть Анубис заряженный. Ну, посмотрите, как просто красиво. Без всякого отхила, ворожая нет. Офигеть. Ой, тут у нас, конечно, что-то жестко. Но все равно держимся. Даже таким вот составом. У нас нет уже тыковки. 25-я волна, ребят. Все равно тащим дальше. 638. Красавчики просто. Вот так вот. Все, пишите комменты, какой вы хотите еще составы видеть. Думаю, я уже в следующем на другом сервере потестирую. Но тут получилось довольно-таки неплохо. Все. Всем удачи, всем пока.